В Щербактинском районе 12-летняя девочка забеременела от своего родственника. Предполагаемый отец ребенка тоже несовершеннолетний. В настоящее время школьница успешно родила. Роды прошли в областном перинатальном центре Павлодара. О том, что девочка 2011 года рождения оказалась беременна, выяснили в учебном заведении после весенних каникул. Педагоги обратили внимание на сильное изменение фигуры. Полицейскими по факту изнасилования проводится досудебное расследование. Предполагаемый папа ребенка также несовершеннолетний родственник школьницы. Мы должны понимать, что вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет, преследуется по закону. Девочке на тот момент не было 16 лет. Ей сейчас нет 16 лет. Вне зависимости от того, вступят они в какие-то отношения брачные, либо не вступят, он в любом случае будет привлечен к ответственности, к уголовной. Более того, брачный возраст в нашей стране 18 лет, но он может быть снижен на срок не более 2 лет. То есть, если бы ей, допустим, было сейчас там 18 лет, да, либо 17 лет, то тогда, то есть 16 лет брак регистрировать можно при определенных обстоятельствах, в том числе и при беременности, либо рождении ребенка. В данном случае нет 16 лет. В Республике Казахстан возраст согласия 16 лет. В ближайшее время девочке должно исполниться 13 лет. Семья юной школьницы является переселенцами и не состоит на учете как неблагополучная. Руководитель районного отдела образования получила дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. А директор школы уже уволилась по собственному желанию. Ермек Сапаров, Юрий Белевский, Иртыс Ахпарат.